Собрание христианских союзников при израильском парламенте и Всемирный еврейский конгресс провели совместно 8-й ежегодный вечер в честь христианских союзников Израиля. После того, как во время этого мероприятия израильские политики и христианские лидеры говорили об общих корнях и общей судьбе христиан и еврейского народа, организаторы почтили двух христиан за их весомый вклад в развитие иудейско-христианских отношений в последние годы. Джейн Хайнсен Хойт является лидером международного христианского служения АГЛОУ, которое много сделало не только для поддержки Израиля, но и для защиты прав женщин во всем мире. Вторым человеком, которого почитали в этот вечер, стал еще недавно никому неизвестный греческий православный священник из города Назарет, который публично призвал арабоязычных христиан присоединиться к израильской армии и полностью интегрироваться в еврейское общество Израиля. Отец Габриэль Надав стал жертвой клеветы и угроз, но его призыв привел к возникновению нового движения в Израиле. Благодаря усилиям отца Габриэля Надава и других активистов, движение «Сегодня Израиль» знает не только о своих союзниках за рубежом, но и о тех, кто живут совсем рядом. Представители израильского правительства заявили, что необходимо еще много сделать для того, чтобы полностью принять христиан.